Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Гугамот. Сегодня я буду делать эту розу из мультфильма «Красавица и чудовище». Для этого нам нужны канцелярские принадлежности и клош, ну или колба с подставкой, но ее можно заменить любой другой стоящей круглой основой или даже картоном. А я также использовала флористическую проволоку. Самое легкое во всем этом процессе – это вырезать лепестки. Прикрепить их друг к другу будет намного сложнее, потому что они очень маленькие. Так как они, повторюсь, маленькие, я скручивала их пинцетом, а потом помогала пальцами. После склеивала так. На круг, вырезанный из картона или из другого материала, клеим 5 маленьких лепестков по кругу. Потом приклеиваются лепестки среднего размера и уже в конце большего размера. Вставляю на готовый цветок зеленый чашелистик. Делаю небольшое углубление ножницами в основе, вставляю готовый цветок с чашелистиком в подставку для клоша. И все. В
принципе, готово, можно и так оставить. Но я на этом не остановилась. Я сделала небольшие лепесточки зеленые на стебле, и песок, смешанный с флуоресцентным порошком, я оставила в качестве основы, чтобы создать эффект волшебной розы. И чтобы он был чуть-чуть похож на мультяшный, добавила опавшие лепестки. Спасибо за внимание. Если понравилось, подписывайтесь и делитесь этим видео.